Отвали Максимовой до Литейного. Улица Шевченко дождалась капитальной реконструкции. За 2 месяца подрядчикам предстоит провести целый комплекс работ, начиная с замены дорожного покрытия, заканчивая установкой малых архитектурных форм. Однако дорожники планируют закончить часть работ к сентябрю, чтобы ученики пошли на школьные линейки уже по новому асфальту. На улице Шевченко уже проведены геодезические работы. Сейчас рядом со школой и детским садом ведется подготовка основания дороги. Фрезой рабочие срезают клочки старого асфальта, а затем грейдером выравнивают поверхность. Уже на следующей неделе подрядчики планируют начать асфальтирование. Параллельно с обустройством дороги начнутся работы по установке линий уличного освещения. Отметим, что на этом объекте предусмотрен целый комплекс работ. К октябрю здесь появятся парковки, скамейки, клумбы и газон. Главное, как поясняют строители, чтобы не подвела погода. Если дождей не будет, то уже к 1 сентября участок до переулка Мичуринский будет закончен. Оставшуюся часть до переулка Литейный подрядчики сдадут к октябрю. Добавим, что асфальт сюда будут возить из недавно открывшегося в Сростках немецкого завода. Каждый замес проходит лабораторный контроль, подборы все определены. Лаборатория и наше местное управление, и лаборатория автодоровская. Все материалы, все сырье, инертные материалы, они все проходят лабораторный контроль входной. Поэтому за качество мы отвечаем. Гарантийные сроки обязательства тоже выполняем.